хотел в кои-то веки забросить любимую онлайновую забаву и вернуться в реальный мир? Не выйдет. Sony Online Entertainment делает все возможное, чтобы ты не покидал просторы Норота. И без того гигантский мир EverQuest 2 вот-вот должен стать еще больше. Новое дополнение Kingdom of Sky расширит границы игры, добавит полноценный PvP-режим и привнесет массу интереснейших фишек. Но обо всем по порядку. Действия аддона разворачиваются в небесном королевстве Overrealm, которое представляет собой цепочку огромных островов, витающих над землями Норота. Готовься сразиться с новыми врагами. Kingdom of Sky населяют 25 разновидностей доселе невиданных монстров, начиная насекомообразными великанами и заканчивая авиаками, коренными жителями Поднебесной, которые больше всего похожи на прямоходящих орлов-переростков. Любителей приключений ждет новая разновидность заданий, так называемые Heritage Quests, выполнение которых необходимо для получения по-настоящему могущественного оружия, брони и предметов. Разумеется, не обошлось без повышения уровневой планки. Теперь наивысшим левелом для игроков будет 70, а для гильдии 50. Как и в Desert of Flames, новое дополнение рассчитано исключительно на высокоуровневых персонажей от 45 уровня и выше.